Открыть бизнес в Венгрии и получить массу преимуществ – плюсы венгерской бизнес-среды. Если вы решили открыть в Венгрии компанию, тогда вам придется заплатить от 5000 евро за услуги по регистрации бизнеса, внести 9000 евро в качестве уставного капитала. Возможны дополнительные расходы в зависимости от выбранного направления деятельности и прочих нюансов. Венгерские компании платят самый низкий корпоративный налог в Европе. Государство оказывает мощную поддержку бизнесу. Предусмотрен ряд налоговых льгот и бонусов. Содержание фирмы обойдется сравнительно недорого по европейским меркам, а возможности для развития открываются колоссальные. Открыть компанию в Финляндии. Чтобы открыть финскую компанию за один день, нерезидентам, кроме основывающей документации, потребуется документ из банковского учреждения о наличии счета депозита, заграничный паспорт, представитель, подданный Финляндии или ЕС в руководстве компании. Для большинства предприятий НДС равен 24%. По сниженной ставке до 14% уплачивают налог фирмы, занимающейся выпуском продовольствия, кормов для животных, услугами коллективного питания. Производителям лекарств, реализаторам билетов, лотерей и книг налог снижен до 10%. Выбор юрисдикции для офшорной компании. Рекомендации. Tax Haven – это классическая офшорная юрисдикция, привлекающая иностранцев без налоговыми условиями ведения бизнеса. Если рассматривать такие государства по популярности, наиболее предпочитаемыми являются БВО, Белиз, остров Мэн, Сейшельские острова, Багамские острова, Бермудские острова, Панама, Невис, Доминика, Каймановы острова. Конечно, это далеко не весь перечень офшорных юрисдикций, позволяющих оптимизировать налоги, повысить конфиденциальность и защитить свои активы от конкурентов. Изначально необходимо определить задачу, которую должна решать офшорная компания. Например, для организации собственного банка отличным вариантом может стать лицензия Сент-Люсии. Для IT-компаний замечательными условиями располагает Кипр, хотя он и не является традиционным офшором. Где и как можно законно задействовать офшорную компанию? В 2021 году использование офшорной компании – это законно и совершенно легально во всех государствах мира. Ввиду применения мер по борьбе с уклонением от налогов и финансированием терроризма, сложилось общее мнение, что офшорные решения стали невыгодны и противоправны. Инвестиции – самая популярная ниша в офшоре, которая направлена на получение стабильной прибыли, в том числе пассивной, а также получение гражданства или ВНЖ в иностранном государстве. Один из вариантов, когда инвестиции дают положительный результат – недвижимость. Участие офшорной компании в данном случае особенно важно. Как это работает? Продажа активов компании, в том числе недвижимости, совместно с корпоративными правами. Учредители местной компании в России или на Украине является офшорная фирма, а владельцем недвижимого имущества – компания-резидент. Продажа имущества осуществляется совместно с передачей корпоративных прав любому юридическому лицу. Чаще всего внутри одной корпорации, например, новой офшорной компании. Однако следует учитывать статус налогового резидентства покупателя и наличие соглашения об избежании двойных налогов между странами. Это позволит избежать налога на репатриацию и применить нормы СОИДН. Неименные карты Union Pay. Неименные карты дают высокий уровень конфиденциальности, что обеспечивается следующим образом. Ваше имя не отображается на карте. Карта принадлежит вам и привязана к вашему счету в платежной системе на Филиппинах. Платежная система не обменивается финансовой информацией с другими странами. Ваши покупки будут иметь высокий уровень конфиденциальности. Неименные карты – наиболее доступный способ поддержки высокого уровня конфиденциальности личных данных. Кроме того, такой счет может открыть любой претендент. Как использовать неименную карту Union Pay? Вы можете использовать анонимную карту, как любую другую дебетовую карту, снимать наличные в банкоматах, совершать платежи онлайн, совершать покупки в магазинах. Тарифы неименной карты Union Pay. С
снятие наличных в банкомате – $4.15. Перевод с карты на карту – $7. Ежемесячная плата – $3. Как открыть компанию и счет в Турции удаленно? Зарегистрировать компанию в Турции могут как местные, так и иностранные граждане и компании. Особые условия специальных экономических зон, промышленных зон, а также зон технологического развития предполагают снижение налога на прибыль, таможенных пошлин и так далее. Характеристики компании в Турции. Популярные формы. Акционерное общество. Подходит для более крупных компаний. Уставной капитал от 50 тысяч лир до 100 тысяч лир, если директор иностранец. И общество с ограниченной ответственностью. Для менее крупных компаний уставной капитал от 10 тысяч лир. Ответственность ограничивается вкладом в уставный капитал. С помощью Liberland Offshore International компанию можно зарегистрировать дистанционно. Как использовать преимущества офшора в Швейцарии при регистрации компании? Нет дефицита. Доходы Швейцарии превышают ее расходы, что означает отсутствие дефицита. Таким образом, Швейцария является самостоятельной и стабилизирует свою валюту. Сильная экономическая система. Небольшая страна с таким же малочисленным населением пользуется своими природными ресурсами. Сельское хозяйство и производство, поддерживающие сильную экономику, требуются ограниченные инвестиции. Сильная банковская система. Чтобы использовать все преимущества сильной и очень инвестиционно привлекательной банковской системы, необходимо тщательно подготовиться. Нерезидентам будет сложно открыть в Швейцарии банковский счет, но открыв свой бизнес и воспользовавшись нашими профессиональными рекомендациями, вы сможете достичь желаемого. Бизнесмены активно используют Швейцарию как офшор для решения таких задач. Владение и защита активов, владение акциями, долями компаний, передача активов по наследству, накопление и инвестиции. Можно ли спрятаться в трасте? Защита бенефициара. При регистрации траста, которая является обязательной во всех странах, трастовый управляющий подает информацию о трасте. Она может немного отличаться от страны к стране, но в целом это название траста, данные на учредителя траста, данные бенефициаров, данные протектора и его обязанности. Какие данные? ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные и налоговое резидентство. Возможно, прописка или адрес проживания, налоговый номер. При создании траста вы должны быть готовы пройти процедуры KYC, AML, PEP. Это значит, что кроме персональной прозрачности, ваши доходы и активы должны быть прозрачными и иметь историю происхождения.